Всем привет! Вы на канале Зелёный Листик. У нас каникулы, и мы поехали в Казань. Проснулись в 6. Ну, очень рано, чтобы поздно не приехать. Купили всякие какао, сникерс. Ну, так-то очень быстро мы приехали в Казань, потому что было весело, и время быстро пролетело. Тут мы уже в Казани, решили покушать. Вот такое вот у нас меню, блюдо. Сейчас мы едем домой, ну, потому что все, мы приехали в Казань, нужно идти домой. Так, идем, заходим. Мы живем очень высоко, на 12 этаже, из 24. Хотя это так-то не так, что и высоко, если всего 24. Так, все, мы уже в подъезде. Заходим домой. И вот такой вот красивый у нас вид с балкона. Мне он очень нравится. И он очень красивый, когда закат. Прямо солнце очень красиво садится. А сейчас я вам показываю вид с балкона. Вот. Я вытягивала телефон. Очень боялась, что уроню. Но не уронила. Потому что держала двумя руками. Было очень страшно. Ну, а сам закат мне очень нравится. Смотрите, как красиво. Уже вечер. И мы решили поехать в большой магазин. В Казани снег. И кто был в ТЦ Южный, то я тоже там. Так, мы уже приехали. Я поднимаюсь на второй этаж. И смотрите, какие тут миленькие суши. Рисуночки. Я не могла их не снять. И дальше мы пошли в магазин Леонардо. Там было очень всяких много вещей для творчества. И я там купила себе тоже кое-что. И вот такой вот еще я увидела красивый стаканчик с кофе. И смотрите, еще есть вот такие вот большие осьминож-перевертыш. Все, мы вышли. И уже поехали домой. И сейчас я вам покажу, что я купила. Первый это лайнер. У нее наконечник как кисточка. Черный лайнер. Мне он очень понравился. С ним можно делать и тоненькие, и толстые линии. Я оцениваю 10 из 10. Дальше это у меня белая ручка. Но так как у меня лист белый, ничего не будет видно, я беру черную, вот этот вот первый лайнер, рисую и поверх него беленький. Как вы видите, на черном появляются белые полосочки. Это от белой ручки. И я тоже оцениваю 10 из 10. Очень крутая ручка. Так, дальше это вот такой вот механический карандаш. Мы уже дважды покупали мне. Но они дешевые были, и они сразу же у меня сломались. И наконец-то мы решили купить дорогой. Надеюсь, он будет жить долго. Тоже оцениваю 10 из 10. Дальше я купила вот такой вот ластик в карандашике, такой ластик-ручка. И он очень хорошо стирается. Мне очень понравилось. Мне очень все понравилось, что я купила, поэтому оцениваю 10 из 10. Очень хорошо стирает. И последняя покупка. Это клячка. Я впервые ее покупаю, впервые с ней пользуюсь, и мне она очень понравилась.
Она очень хорошо стирает грифель. Вот смотрите, мне кажется, это очень хорошо. Он стер. Тоже оценивать 10 из 10. Ну, и вот их название написала. А еще мне сестра купила вот такой вот холст. Уже вечер, мы ложимся спать. Спасибо за просмотр. И всем пока-пока.